Здравствуйте, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Как видите, на меня было нападение. Ну что же, да, Дональд, я знаю. Так, боец 19 и еще 43 уровня. Это ж кто такие у меня нахалы? Ну, правильно, ребят, посмотрите. Все такие раскачанные ребятушки на меня и нападают. Остальным, как говорится, слабо. Ладно, мы как-нибудь это перетерпим. У нас с вами 808 тысяч золота и 382 тысячи дерева. Нам буквально немножко не хватает до какого-нибудь очередного апа. И мы будем с вами стремиться. Уже миллион. Ха-ха. Остается только дерево, ребята. Так, у меня сундучок. Открываем, естественно, его. Так, опа-на, колечко. Отлично. Сейчас мы его с вами, ребят, наверное, и примостим. Где мои дровосеки? Так, что тут у нас? 296. А это, по-моему, у нас... Где оно, елки-палки? Ага. Вау, давайте, конечно, менять. Тут уж к бабке не ходи. Так, тут у меня осталось, ребята, до казармы один день. Так что очень сильно хочу его проапать как можно быстрее, чтобы взять себе пятого персонажа. Ну и там мы уже повеселимся. Так, отлично, давайте заменяем магию. Так, все у нас хорошо. И давайте валить орков. Хорошо, что у нас есть вторжение. Сейчас будем с вами фармить сундучки и надеяться на то, что хоть что-нибудь хорошенькое выпадет. Так, тут даже париться, ребята, не будем. Просто валим их всех. Шикарно получилось. Сундучок, как говорится, наш. И мы его обязательно, конечно же, вскроем и посмотрим, что из него выпадет. Так, улыбочки. Иди, хилься. А, нет, там еще у меня один покоцанный. Ну да ладно, и... Да, как всегда ресурс, ребята, как всегда. Я даже почему-то в этом не сомневался. Отлично, давайте глянем, сколько нам чего. Так, 425, это минимально нужно дерево. Что я вам скажу, ребята. Осталось буквально 60. Какое 60? 40 тысяч дерева добыть. Слава богу, у меня здесь с едой пока проблем нету. Так что, оп, деревяшечки забрали. Так что мы вполне с вами успеем все с вами сделать. Нафармить денег и нафармить, естественно, дерево. Хотя золото нам сейчас не актуально. Хотя, как сказать, ребята, если мы накопим 1 600 000, можно будет и прапать, как говорится, тронный зал. Так, поехали. Да, нравится мне, конечно, с кинжальчиками бегать, честно говоря. У него как-то атака идет быстрее все-таки, чем у меча или у булавы. Хотя, когда я бегал с булавой, с топором, у него был удар, массовая атака. Да, конечно, редко выпадала, но если он бомбил в толпу, то практически у всех отнимал по пол хп. Так, о, вот, ребята, о чем я вам и говорил. Топорик. Как раз, а у меня, по-моему, нету никого еще, пока не прокачались до 10 уровня. Эх, печалька, ребята, очень печалька. Так бы сейчас бы я этот топорик бы... Так, здесь 6-й, 8-й. Все не то, ребятушки, все абсолютно не то. Но у меня, по-моему, еще есть тут, да? Ну-ка, глянем-ка. Этот на 10-й и этот на 11-й уровень аж. Ёлки-палки. Этот на 12-й. Как видите, топоры все есть, но не хватает уровня. 8-й. Да. Придется ждать, пока они раскачаются. За прогресс мы получаем сундук. И мы его сейчас с вами посмотрим. Хотя, по идее, можно было бы, да, вот именно так сделать, ребята, чтобы заменить. Нет, сколько тебе там осталось-то? Ну, в принципе, 2 часа, да? И он получает 4-й, а тот 8-й. Странно как-то. Получать всем разные уровни, а по времени одинаково. И, о, бронечка, ребята, выпала бронька. 16202. Это, в принципе, хорошо. Но вроде бы у меня у всех такие довольно солидные броньки. Так, это нормально. Ее менять мы не будем, это естественно. У лидера, по-моему, тоже хорошая. Так, у тебя... Так, 16, 386. А тут
Нет, нет, ребята, слабоватенькая, поэтому оставляем пока вот эту. Не дорос он еще до того, чтобы менять. Нет, вот давайте ее, наверное, разберем, бахнем, чтобы она нам не мешалась. Отличненько. Чтоб глаза не мозолило, одним словом. И продолжаем с вами вторжение. Продолжаем бить этих орков нелепых и фармить с них сундуки. Понеслась. Так, этого сейчас падают, падают ватники. Они сейчас в данный момент ватники. Единственное, кто еще более-менее, это когда орки уже начинаются в красной броне. Там, да. Там, когда их много, они еще могут немножко побухтеть. Но, опять же, все это бесполезно. Так, давайте сразу же на следующий бой, потому что мы практически ничего не потеряли. И если что, нас отхилит наш хил. Замечательно. Как говорится, не отходя от кассы, будем валить этих орков. Вот, вот эти вот, да, в красной броне, они еще могут что-то поделать. Но, как видите, все это бесполезно против меня. Я слишком сильно их превышаю по мощам. И что же, два сундучка у нас уже к ряду. Это хорошо, будет что вскрывать сейчас. Хотя можно было бы и еще один бой, ребята, провести. Ладно, идите, отхиливайтесь. Так, тут что у нас? Сундучки, спасибо вам, ребята, за сундуки. Большой респект и уважуха. Так, замечательно. Улыбочки, улыбочки, деньги. Так, яблочки у нас там копятся. Ну, давайте приступим открывать сундуки. Так, ну что там опять, а? Что, где? Ну-ка, ага, огненный голем. Как всегда ему не сидится. Все выделывается. Ну, сейчас его быстренько мои ребята потушат. Так что никаких проблем нету. Казначей там бегает, шарашенный какой-то. Ладно, продолжаем вскрывать сундуки. Ну и, естественно, хотелось бы, чтобы что-то выпало. Но я чувствую, здесь ничего не будет. Так, ресурсы, почему так медленно выпадаете, а? Вы должны по шурику. Так, здесь у нас что? Можно обычный, необычный и редкий предмет. Но, как видите, не судьба, наверное, мне сегодня что-то получить. Да, с этих сундучков очень редко что-то падает, ребята, вот с подарком. Но если падает, то хорошая вещь. Так, осталось еще два подарочных сундука у меня. И последний, наверное, опять же ресурсы, да? Да, ребятушки, как-то не фартово все выходит. Ну, а с этого что выпадет? Тоже ресурсы? Да ну, бросьте. И с этого, да? Давайте еще с этого ресурсы. И просто вы меня, ребята, убили. Убили вы меня этими сундуками. Ладно, 404 тысячи дерева. И миллион у нас есть. Почти 1 100 000 золота. И что я могу сказать? Я могу вам сказать одно, что у нас вполне вроде бы хватает на прокачку здания. Так вот мы сделаем, не будем мы ждать. Пускай она получает у меня 10 уровень. И как можно скорее. И ты тоже. А этот... Да нет, 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 куда ты побежала? Иди, иди возвращайся. Вроде бы нормально, да? Или нет? Так, 8-й, 6-й. Блин, я хотел, по-моему, там 8-й у меня есть. Вот, вот этого надо поменять. Так, ты иди сюда, а вот этот побежит сюда. Да куда ты-то, ядрить его на корень? Да куда вы все поперепутались-то? Так, иди сюда, короче. Мадам, нет, не ты или ты. Да, ты. Сюда. Ну, а ты уже оставайся здесь. Все, вот так оно будет лучше. А то сейчас будете тут друг друга заменять. Все, вроде бы в шоколаде у нас, да? Что он там стоит, ходит, бродит. Эти у меня отхилились. Пойдемте опять бить орков. И, по крайней мере, у нас здесь еще есть кого побомбить. Там, по-моему, 4 или 5 вторжений еще находится по картам. Так что пофармим сейчас по полной программе. Пока, как вы видели, ничего хорошего не будет. Так, отлично. Последний гуманоид. Лежать, спать, братишка. Вот, сладкий снов тебе. Сундучок забираем. Можно, в принципе, сразу еще одну атаку провести. Половина хп, это еще, ребят, не показатель того, что мы проиграем. Тем более их тут трое. Здорово, братки, как жизнь молодая? А я вот тут прогулился и нечаянно на вас напоролся. И не мог пройти, естественно, мимо. Здорово, арбалетчик. Пора тебе отдохнуть от твоей работы суетливой. Так, и мы получаем очередной сундук.
Два сундучка, это уже хорошо. Так, где он у меня там в кучке где-то бегает? Так. Ага, ну что за невезуха, ребята, ну неужели... Да ну, хорош, прекращайте уже, игра. Как же удача, как же фарт, я не пойму, а? Я так не договаривался. Да, меня немножко закоребило. Так, 4 орка у нас еще осталось. Давайте бомбанем по-быренькому их. Ну, 4-то мы сразу, наверное, не подтянем, но... 2 уж, наверное, точно. Ух, вот люблю, когда они так вот в куче стоят и маги их жарят. Ой, замечательно получается все это дело. Хотя, ребята, по большому счету, наверное, я думаю, мы с вами сможем сделать еще один очередной бой. Или же все-таки отхилиться, а? Ну, давайте немножко похилимся. Капельку совсем. Откроем пока сундучок и глянем. Неужели опять ресурсы? Только бы нет, только бы нет. Да ну нафиг, ну ё-моё, ну как так-то, а? Ядрить его на корень. У меня осталось всего 3 нападения, ребята. То бишь 3 сундука. Печалька конкретная. Так, 48 минут. А тут аж 6 часов еще. Ядрить тебя на корень. 6 часов она будет получать уровень у меня. Эх. Да, о чем тут и говорить. Давайте, где он тут, родной мой? 63 тысячи с половиной мощей. Отправляем их всех в другой мир. Со спокойной душой будем открывать сундук. И почему-то я уже заранее знаю, что там будут одни ресурсы. Даже, как говорится, не сомневаюсь. Но если что-то выпадет хорошее... Ну, вы понимаете, да, что я говорю, что одни ресурсы, а в глубине-то души хочу, чтобы что-то выпало хорошее. Так... Ну, иди немножко подлечись, хорошо, уговорил. Давай-ка глянем, что у нас тут. Да. Да. Уже практически смирился. Но все равно обидно. Так, ладно, что у нас там по деревяшкам? По деревяшкам уже практически все. Накопили мы нужную сумму. И еще буквально 2-3 боя. Но это мы сделаем, естественно, сейчас разберемся с орками. И пойдем с вами фармить игроков. Так, пухлый, возвращаемся. 2 последних отрядика орков осталось. Погнали. Тут даже бабки не ходи. Просто их раздеребаним сейчас, да и все. Магистр кислых щей тут что-то залупляет. Интересно мне знать, когда, ребята, будет обнова, а? Вот что мне хочется знать. Там же все-таки нас ждет монстр. Причем офигенный. Сами помните, кто проходил. Так, что здесь? Опять ресурсы. Кто проходил, помнит, что этот повелитель бездны кого-то там слишком долго не кормил. И там нас поджидает монстр. Чудище такое. Я думаю, что они там сделают уж больно слишком круто. Потому что вы сами представляете, уже ребята здесь в игре с 70-х там уровней. Все прокачанные за 300 тысяч мощей, наверное. Это я так предполагаю. Опа-на. А вот синенький сундучок, ребята, это хорошо. С него 100% что-нибудь выпадет. Это... О, ну надо же. Бронька на 38 уровень. Для мага. Ну, я ими сейчас не пользуюсь, так что... А здесь на лучника, на следопыта. Тоже, к сожалению, мне она сейчас не нужна. Да, лучше бы, конечно, выпала бы какая-нибудь пуха. Или какое-нибудь ожерелье. Ну что ж, давайте глянем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1 600 000. 680 дерева надо будет. Это на тронный зал, ребята. Нет, мне, конечно же, не накопить. Так, магическая мастерская. Это она у нас что делает? Я вот не помню. Ага, она добавляет мне дополнительную магию. И открывается ледяная ловушка. Это, конечно, хорошо все. Блин, а что у нас еще есть? Монетный двор. Ага, здесь мы сможем прокачивать своих казначеев до 20 уровня. Ну, пока, ребята, мне это не принципиально. Тронный зал, конечно, открывает много чего по стройкам. Но денег нужно много слишком. И дерево столько мне не накопить сейчас. Магическая лаборатория. Что она делает? Так, боевые заклинания улучшать. Вот это, в принципе,
Было бы неплохо, да? Я бы смог бы броню, скорость, фаербол, естественно, улучшить. А это все делается за ману. А манны у меня, как говорится, дофига. Причем я ее всю никогда не успеваю израсходовать. В принципе, есть смысл ее прикупить. Так, и еще у нас брони и мастерское оружие. Тоже пока не буду делать это все. Ну что же, ребята, будем делать магическую лабораторию второго уровня. Или же... Как она там называется? Я уже забыл-то, елки-палки. Вот это вот. Я даже не знаю. Нет, давайте все-таки магическую лабораторию сделаем. Так уж и быть. Будем с вами улучшать потом магию. И тем более она будет делаться у нас 3 дня. 3 целых дня. Да. Сейчас, естественно, надо сюда кого-то поставить, чтобы нам сократить этот промежуток времени. Так, давай-ка, наверное, вот ты, Глафира, пойдешь сюда. Здесь можно 4 держать сейчас в данный момент. Так, Глафиру мы поставили, а кого еще, а? Я уж думал, там кто-то сидит, какой-то гномик. А показалось. Ну и придется, наверное, этих ребят отсюда забирать. Потому что больше в резерве пока свободных людей у меня нету. Так, ладно, давай. Артурчик, наверное, пойдешь у меня помогать Глафире. Не такой уж ты и казначей, чтобы, как говорится, тебя отрывали от нужного дела. А вот этих тоже придется забирать. Так, это уже 3. И вот этот будет у нас заключительный. Так, ну что, 2 дня 9 часов. Практически неплохо сократили время. Так что все нормально. Ну что ж, дорогие мои, вроде бы все у нас нормально. Все строится, все делается, деньги копятся. И, наверное, будем на этом закругляться. И увидимся, естественно, с вами в следующих выпусках, когда уже это все сделается. Так что, ребята, я не пропадаю надолго, а всего лишь на пару денечков. Будем смотреть другие видосики. А на этом все. Всем пока, ребята, удачи!